Вот она, защита. Нужно вот здесь вот, как их правильно, две серьги, один болт, по-моему, ключ на 17, и второй болт. Вот это вот что за болт, не знаю, но что-то держит. Здесь он уже сварка была, такая, можно сказать, кустарная, не промышленная. И здесь впереди мне нужно будет открутить вот здесь вот один болт. Но почему-то он сместился, не знаю, как я его, наверное, там сначала нужно открутить, сюда подвинуть чуть-чуть. И вот второй болт, вот в это отверстие. А вот эти отверстия, вот эти, это для вентиляции, чтобы все-таки, вот видите, здесь тоже решеточка, чтобы все-таки, когда едет, не перегревался мотор. Не зря же его сделали вот без этой защиты. Я еще раз говорю, я бы вот эту защиту сроду не поставил. Ну, конечно, если где-то жить в деревне и с разбегу налетать на пни, на бугры, тогда да, защита может и нужна. А с другой стороны, если сюда пень прилетит, он так вомнет, что, может быть, где-то бы и не сломалась. А так она сломается. Ну, попробуем откручивать. На 17, на 19 ключ. Вставляю вороток. 40-сантиметровый. Идет, но туго, как на всех наших автомобилях. Еле-еле-еле. Ну, откручу, включусь. Переставил я на трещотку. Дело побыстрее пошло. Немножко почистил. Вот смотрите, крутил-крутил. Что-то, думаю, долго не откручивается гайка. А вот там внутри, в гайке, прокручивается вместе с гайкой, видите, болт. Поэтому надо с той стороны зажать тем же ключом на 19. Вот так вот я его поставил. Вот так вот, вот. Вот. А с этой стороны, крутим трещоткой. Опа! О! Ну ладно. Все, дело пошло. Вот она, одна гайка откручена. Теперь переходим ко второй гайке. Гайка была так хорошо-хорошо прикипевшая. Опять я поставил ключ. Вот в этот проем засунул его, чтобы с той стороны он наделся на болт. И воротко примерно 40-сантиметровым или 400 миллиметров, кому как больше нравится. Вот так вот я его срываю. Вот. Чем длиннее вороток, тем легче срывать. Но длинное мне всегда легко подлезть. Не везде можно подлезть. Вот так потихонечку, помаленечку, ну, крутим. Смазываю обязательно ВД-шечкой. Все равно с ней полегче откручивается. Кто бы там что ни говорил, откручивается полегче. Вот так вот. Вторая гайка откручена. Вот посмотрите, и впереди я ошибся. Не вот сюда надо вставлять ключ, а вот она, где держится защита. И держится она тут на двух. Такая, как правильно, опять же, на две гайки. И серьга вот такая вот. И с другой стороны также. Сейчас я побрызгаю это дело ВД-шкой. Лучше немножко подожду, пусть она проникнет. Вот. И другую сторону. Точно так же другую сторону. Вот так. Понадобится вот такая вот длинная головка. Потому что шпилька, видите, торчит как. И чтобы можно было крутить. И вот такой вот удлинитель. Попробую открутить трещоткой. Угу. Пошел достаточно легко. Но тут грязи, наверное, поменьше от баллонов, от колес летит. Ну и все, откручиваем. ВД-шка сделала свое дело. Подождал минут 10. Включу, когда откручу.
Ну вот, ребятки, видите, открутил я серьгу с правой стороны. То же самое я сделал с левой стороны, но гаечку одну оставил наживленной на всякий случай. Вдруг упадет. Поэтому я сейчас вот сюда, вот под это место, поставлю свою бошку, а здесь буду откручивать. И потом всю эту конструкцию защиты туда взад подам. Вот сюда вот взад. Их сейчас выдышка упадет. Проводом ее. Вот сюда взад подам, и она должна, по идее, соскочить. Сейчас, может быть, час попробовать ее все-таки. Ну, вроде бы должна пойти. Все, сейчас там сниму серьгу и буду пробовать двигать. Ну, вот видите, шайбочки не слетели, и защиту не могу сдернуть. Так-так-так. Опа! Одна шайба слетела. Куда она улетела? Непонятно пока. Куда-то улетела. Так. Вторая шайба. Защита сразу подалась вниз. Видите, какой вид на двигатель открылся? Да, еще были сомнения, делать его или не делать. Обязательно делать. Вся коробка в масле. Сидит сзади. Да что ты, пыль. Вот это вот защита. Сейчас я ее сюда подопру головой и назад подам. Вот, обошлось без головы. Теперь я эту защиту убираю. Вот сюда вот, под двигатель, под автомобиль. Вот так вот. И пусть она тут лежит до конца ремонта, мне не мешает. Вот так вот. Я думаю, здесь она никому мешать не будет. Вот он, открывается вид, видите?